Ребят, привет, привет, мои дорогие. Думаю, надо перекусить перед работой. Вот что-то прям вот такого, ничего особенного не хочу. Я забыла, что у меня есть паста крем-фиш. Когда успеваю перекусывать, когда нет. Вот сегодня еще вроде время есть. Сейчас перекушу и пойду, я уже готова. Когда успеваю просто поесть. Ну, так как поел я так плотненько, ну, уже давненько. И сейчас думаю, дай-ка я перекушу, да тем более я тут рецепты ваяю, там же все еда, ой. А когда смотришь или что-то делаешь, прям очень сильно хочется поесть. У меня вот остатки прежней роскоши, да, я еще ничего не доела. Вот булочку сделала себе. Сокрою полчаса. И сейчас намажем булочку с крем-фиш. И пойдем. Не голодные, а счастливые. И сейчас знаете, что я думаю? Я очень редко ем творог, каюсь. Ну, и не из-за того, что мне денег на него жалко. Ну, из-за того, что я его не очень сильно так и хочу. Бывает, что прям вот захочу пачечку творога, да, съем. А сегодня прям так захотела. И думаю, ну, после работы. К Чижи бы, конечно, зайти. Надо купить. У меня есть пачка. Сейчас достать, разморозить. И пачку творога купить. И знаете, что сделать? Сырников. И еще купить сгущеночки. Прям так захотелось. Почему бы и нет, да? На завтрак. Вкусно же. И со сгущеночкой. Обалденно будет. Кофе допиваю. Я сначала просто налила кофе, ходила, бродила. Он уж холодный. Холодный. Ну, снег идет. Опять обещают похолодание. И думаю, пойду-ка я перекушу. Пока вроде время есть. Все успеваем. Молодец, Наташа. Ну уж видео-то я это не выпущу сейчас, потому что его надо смонтировать. Вроде трамвай ходит. Так. Слушаю. В общем, завтра у меня планы на сырники. Еще не знаю, что на второе. Вечером мне есть что поесть. Не буду говорить, а то получается иногда. Я буду есть солянку, а выпускаю другое видео, допустим, да? Ну, которое у меня уже есть в запасе. Мне надо научиться как-то контролировать процесс. Я все время выпуска видео. Ну, вот понимаете, да, есть, ну, которые, допустим, блогеры не работают. У них все равно каждый день там выходной или что там. А у меня же, я в субботу выпускаю видео, и у меня же выходной, и все это знают. А я выпускаю видео, что я собираюсь на работу. Я понимаю, что это не очень правильно, но иногда по-другому не получается. Ну, там или дома работает кто-то, ну, там не все же, да? Или как только выходные, там кто-то работает 2 через 2, выпускают видео выходные. И, наверное, надо, знаете, что делать? Выпускать, ну, поздравления все равно, конечно, есть, можно и короткое видео выпустить. И текстовые поздравления, ну, чтобы вот, ну, не путался. Потому что некоторые у вас все не в порядке. Ну, бывает. И на старуху бывает проруха. Нет идеальных людей, нету, к сожалению.
А на улице очень хорошо. И так я думаю сейчас. Было бы каждый вечер там, да? Пришла с работы я в основном вечером. В часов 9. Ну, поел пока, что записать видео, как день прошел, там, спокойной ночи пожелать. Но опять же, иногда приходишь, даже говорить не хочется, и разговаривать не, ну, вообще не хочется. Я иногда уже, ой, вечером сниму видео, а иногда прям просто вот поешь и все. И тебя нету. Конечно, это было бы оригинально. Сказки на ночь, да. Вот сейчас скажу. А? А потом кто-то это выпустит. Моя идея. Ну, я запатентовала. Шучу, конечно. Снежок идет. На улице очень красиво. Сейчас с мамой разговаривала. На улице морозно. Ездили на рынок. И обещают еще похолоднее. Поэтому что день грядущий нам готовит? Не ожидал никто такой зимы, но я все равно пойду в куртке. На работу, так как я уже говорил, что хожу в ботинках, сапоги есть, но ботинку сунул и пошел. Очень даже удобно. Кстати, второй год, ну, вторую зиму их ношу, практически не снимая. Я покупал вот в узбекском, вот здесь у нас в магазине. Нормально носится. И вот все, думаю, вот, ну, куртка у меня черная, но у меня есть и полегче куртки, всякие, ну, много всяких курток. Вот одну купила, и что-то, когда купила, поносила, а сейчас никак, ну, не лежит вот к ней душа, вот, да? А вот эту черную куртку, в которой я хожу постоянно, я ее ношу, не снимаю, про хрень можно сказать, ну, конечно, кроме лета, да? И мне она так нравится. И я все говорю. Вот надо... Ну, что-то к пальто у меня душа не лежит. Ну, пальто нужно... Понятно, что там и образ какой-то, да, и шаберетку. И кому-то идет, кому-то нет. И сапоги там, допустим, не ботинки тоже, а какие-то на каблуках. Ну, хотя бы сапоги. А я не очень сильно. Вот я уже привыкла к ботинкам. Хотя бы все уже еще раз говорю, что есть. А я что-то так вот привыкла уже к курткам. И мне кажется... И вот смотрю, допустим, зимнюю куртку, блин, я не знаю. Вот то, что типа на меня, ну там, да, я же не худая, на полную, опять все то же самое, вот все одинаковое. Такая же куртка. Там, ну, такую же куртку я себе купила. У меня вроде качество как-то хорошее, и ей ничего не делается. Я ее стираю постоянно. И все думаю, надо на следующий год купить, надо на следующий год купить. Посмотришь на видео, да нет, еще вроде выглядит так замечательно. Ну вот по душе эта куртка мне. И постираешь, и вот сколько, ну практически можно сказать, я ее стираю каждую неделю. Но куртка в нормальном состоянии. И случайно я ее, как обычно, да, там не шла специально за ней. Мы что-то шли Яночке покупать. Я просто померила эту куртку, и мне она зашла. И тогда я вот ее прям случайно-случайно купила. Поэтому, не знаю, думаю. А еще, конечно, вот все, уже, наверное, это уже и возраст многое значит. Еще тут помоложе, там что-то хотелось, что-то там прям вот платьев, так вот еще даже буквально год-полтора назад. Сейчас уже маленько другие ценности, конечно. Я и понимаю, что с моими организмами, в принципе, да, найти, подобрать одежду очень тяжело. Очень-очень-очень. И поэтому как-то, ну, вот то, что есть, вот эта кофта мне очень нравится. Но все равно тоже постоянно ее ношу, постоянно ее снимаю, стираю.
Вот вчера была в ней, сегодня выстирала, одела. Вчера выстирала, одела. И думаю, надо еще такую заказать кофточку. Мне очень нравится. И пусть, допустим, лежит новая кофта. Ну, даже вот, если куда-то чего-то, я ее ту одену. А эту таскаю везде. Мне она нравится. По одежде. Вчера, еще штаны вчера Анютка носит, спортивные штаны. Я, конечно, не очень люблю спортивный стиль. Ну, джинсы, да, там, ну, джинсы, это все равно классика считается. Я в основном джинсы, вот у меня зимние, теплые, утепленные, без колготок хожу. Вчера посмотрела, думаю, да не-не, есть у меня джинсы и буду носить. В общем, все, наболтала, опять заболтала вас. Все, всех обняла, пока-пока, чмоки-чмоки, а я побежала на работу.